Летние каникулы в разгаре, нужно провести их не только беззаботно, но и с пользой как для тела, так и для саморазвития. В Центре творчества «Темп» города Амурска прошел концерт в поддержку кандидатов на должность продюсера «Мультипульти». Цель данного мероприятия – показать смысл и значение демократических выборов, особенности предвыборной кампании, процедуры голосования в демократическом обществе. Четыре отряда представили по кандидату. У каждого были одинаковые условия для предвыборной агитации. Первый отряд познакомился со своим кандидатом – Ральфом Алексеем Петренко. Второй отряд представил своего кандидата Артура Есина в роли гонщика. Обещаю бороться с несовершенством и злом в городе Мультипульти. Третий отряд познакомил с принцессой сласти Александрой Захарченко. Кандидатом от четвертого отряда стал Буратино Владислав Носков. По итогам голосования на должность продюсера «Мультипульти» прошел Буратино. Полученные знания пригодятся ребятам. Они вырастут грамотными и честными избирателями. И, как знать, может быть, кто-то из них в дальнейшем станет депутатом, который будет отстаивать наши права уже не в сказке, а в реальной жизни.